Окраины Ульяновска, некогда почти необитаемые, ныне активно застраиваются. Причем застройщики, конкурируя друг с другом, придумывают все новые и новые фишки, связанные с удобством проживания в новых микрорайонах. Новшества так или иначе инициируются региональной властью и находятся в тренде общественных настроений. Одна из главных фишек нового микрорайона в новом городе – единство. Сейчас зачастую человек закрылся в квартире и не знает, кто с ним рядом живет. Мы хотим, чтобы люди дружили, чтобы люди общались, чтобы они жили вместе и, так скажем, поддерживаем их в этих вопросах. Микрорайон еще строится, но первые жители уже живут в сданных домах. Каждый из них подписал свод правил проживания, в котором четко сказано, что живущие здесь друзья. Кстати, прошедший день соседа собрал 70% жителей. Губернатора Сергея Морозова интересовал не только идеологический аспект стройки. Безопасность, комфорт, энергосбережение и доступность – вот то, что вызвало вопросы главы региона. Мы по уличному освещению, по многим другим элементам. Пусть на входе будет несколько дороже, но зато пока идет эксплуатация того или иного объекта, она в любом случае будет дешевле. И это хорошо. Квартиры на улице генерала Устинова здесь уже получили медсестры перинатального центра. В своей очереди ждут другие обладатели социально значимых профессий. Врач, медсестра, учитель и другие подобные профессии не приносят больших денег, однако нужны региону. Поэтому в организации их быта Ульяновская область участвует. Павел Половов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.